21 апреля жители России отмечали День местного самоуправления. В этот праздник поздравляю тех, чья миссия – это решение вопросов локального значения, а также труд на благо и в интересах людей. Местное самоуправление – самая близкая к людям власть. И прежде всего, она решает вопросы, которые волнуют жителей того или иного региона, того или иного муниципального образования. Торжественная церемония, посвященная празднику, прошла в городском центре культуры и молодежной политики. От имени главы Десногорска гостей мероприятия приветствовала исполняющая обязанности главы муниципального образования город Десногорск Смоленской области Юлия Галикова. Служить народу – это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь именно от работы муниципальных служащих и депутатов сегодня зависит то, какой жизнь будет населения завтра. За многолетний добросовестный труд и профессионализм в работе почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены более 20 человек. Сотрудники администрации, специалисты, руководители комитетов, активисты территориального общественного самоуправления. Работа с людьми – это всегда самая тяжелая часть работы абсолютно любой организации. Неважно, будь это орган местного самоуправления, Смоленская атомная станция или какое-то мелкое предприятие. Также благодарственным письмом губернатора Смоленской области был награжден заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Грамотой администрации Смоленской области были награждены Светлана Потупаева и Василина Черных. Благодарственным письмом департамента Смоленской области по внутренней политике были награждены Оксана Кленова и Анастасия Сидорова. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева стала победителем в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Социальное развитие». Решения значимые, важные, они принимаются там наверху, да? Иногда даже непопулярные, а нам их воплощать в жизнь. Нам работать с людьми. Местное самоуправление является основой демократического общества. Это власть, которая ближе всего к народу. Ее эффективный инструмент – это доверие граждан. Торжественное мероприятие было продолжено выступлением творческих коллективов.